Многие школьники в этом году решили провести трудовое лето. Более 14 тысяч учеников поработали на предприятиях Тверской области с начала года. 1100 предприятий организации Верхневолжья с 2024 года предоставили рабочие места для подростков. В целом по области трудовой опыт во внебюджетной и бюджетной сферах уже получили 14 200 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Отметим, что в 2023 году на работу в период каникул и в свободное от учебы время было трудоустроено около 13 тысяч подростков, на 72% больше, чем в 2022 году. В текущем году планируется трудоустроить почти 16 тысяч ребят, то есть почти треть всех подростков Верхневолжья. По поручению губернатора Игоря Рудени данное направление в Тверской области ежегодно расширяется. Важной частью этой работы для нас, для Тверской области, является воспитание молодежи во всех направлениях, начиная от духовного, семейного, трудового воспитания, профессионального роста, политической грамотности, политической культуры. Для наших школьников это возможность получить первый трудовой опыт, кому-то, наоборот, уже его укрепить, если они там второй, третий раз уже трудятся. И самое главное, что, получая первый опыт, ребенок увидит, как работают предприятия, организации, будут понимать, что такое трудовой коллектив.